Тахи – это лучшая птица для северо-запада. Это, во-первых, она не боится холода. Другое, у нас порода белая линда. Она порода и мясо, и яйцо. В эту зиму мы удивлены были сами. У нас стадо идет двух- и трехлетние идут. И мы удивлены были, что мы всю зиму с яйцом гусиным. Вообще гуси, они очень редко так несутся. Они в основном несутся, это получается где-то весна и лето. Но наши гуси, наверное, такие вот довольные. И порода хорошая, и правильное питание, потому что мы кормим именно зерном. Это идет пшеница и ячмень основное. Вот наша гусыня снесла нам яйца. Вот они. Они, во-первых, диетические, полезные. Не содержат холестерина. Гусиное яйцо способствует улучшение кровообращения головного мозга. Это единственное яйцо, которое содержит лютеин для глаз. Это очень важно. И для головного мозга, сосудов, как я сказала, очень польза большая, конечно. Даже сердечникам нельзя никакое яйцо, а гусиное рекомендуют. Они делают круговорот. Я сейчас покажу. Видите, они вот так делают круговорот. Проклевывают, пробивают воздушную камеру, делают круговорот. И потом вылазит. Вот она. Вот он. Вот он, уже вот вылупился. Вот, вот он, гусеночек.